Если вам нужен томат, розово-модный томат для выращивания в летне-осеннем обороте, мы рекомендуем Pink Jazz. Это тоже уже хорошо известный всем гибрид. Чем он отличается? Какие его позитивные моменты? Вот, обратите внимание, как он вяжет. Каждая кисть хорошо выполнена по 5 плодов. Считаем. Первая, вторая, третья, четвертая. Посмотрите на пятую кисть. 6 плодов. 4 плода. 4 и 6. И так можем проходить и считать. Тоже. Вот первая полная кисть, вторая, третья, четвертая, 5, пятая, 6, шестая, 5, седьмая, 3. Отличительной особенностью Pink Jazz есть то, что он имеет насыщенный цвет, он не лопается и он очень твердый. Он очень презентабельно смотрится в ящике. Средний его вес 220-240 грамм. Вот так. По форме он немножко приплюснутый. Вот так. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет Насіння. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.